Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе и вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары. Естественно, что при всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, так? Поэтому здесь не должно быть никаких шараханий. Понятно, что в Российской Федерации в данном случае табак, да и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг, то унификация в данном случае на табачные изделия может привести к серьезному росту цен, что недопустимо для Беларуси и для граждан Беларуси. Хоть я Курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение, но одно дело мое мнение, другое дело самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенный социальный вопрос. Поэтому я хотел бы послушать, как у нас обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, особенно в том плане, что мы в свое время, наверное, год или больше назад, серьезно перестроили этот рынок производства и реализацию. У нас, по-моему, эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет. Поэтому мы пошли на договор с ним. Как выполняются эти обязательства? И попрошу подготовиться к обсуждению такого же вопроса, связанного с производством и реализацией алкогольных товаров. Это в будущем, не сегодня.